Арт-проект Александра и Андрея Калашниковых «Провинция» затрагивает самую трепетную, самую лучистую тему русской живописи – тему исчезающих старинных городов. Художники много путешествовали по России в поисках теряющейся во времени русской сказки. И им даже удалось повстречать настоящие чудеса. Основу выставки составляют живописные полотна Александра Калашникова. Слайд-шоу художественных фотографий его сына Андрея Калашникова приглашает расширить познание вкраплением живых историй, списанных с натуры, подчеркивая, что все это не фантазия художников, а настоящая реальная жизнь. Картины, написанные сердцем – это наиболее верное определение мастерства художника. Мало найти и увидеть самобытную красоту русских провинциальных городов. Запечатлеть на холсте свежесть лесов, аромат луговых трав и святость храмов доступно лишь очень талантливому, искреннему и доброму человеку. Александр и Андрей Калашниковы не только изучают старинные города. Они возвращают нас к истокам, удивляя постоянством русской провинции, которую не затрагивают пролетающие мимо столетия. Даже природа старается сохранить себя сама в привычном облике, прекрасном в любое время года. Работа Александра Калашникова искренне, чисты и оставляет в душе след простой и тонкой русской красоты –